Я вот сегодня для канала «Россия-1» небольшой сюрприз приготовил. Наши парни, казаки 6-й казачьей бригады, вот сбили такой вот беспилотник. У него размах крыльев 2,5 метра практически. Я не стал их снять, потому что неудобно будет показывать. И это то, чем они применяют, то, что они применяют на фронте. А вот камера. Камера здесь 50 мм линза с тепловизионным наблюдением. Кратность до 500. То есть понимаете, что этот беспилотник может летать на высоте там километра, полтора и спокойно видеть блиндажи, окопы, технику нашу. Что происходит? Это что?